Сегодня мы с вами приготовим хот-дог в лаваше. Всеми очень любимая вкусная еда. Итак, вот ингредиенты, которые нам пригодятся. Это свежая капуста нашинкованная, не крупно. Свежие огурцы, сосиски, любимые сосиски. Сыр натертый, твердый майонез и горчица французская в зернах. Итак, начнем собирать наш хот-дог. Берем лаваш. Итак, расстелили мы наш лаваш. Так, первое, что у нас будет выкладываться, это капусточка свежая. Присолим. Затем второй у нас слой будет идти. Это с майонеза. Берем 4 ложки майонеза и добавляем мы сюда нашу горчицу. Две ложечки горчицы чайной. Перемешиваем. Вот такой у нас получается заправочный соус. Вылаживаем на капусточку. Выкладываем огурчики. И ложим мы нашу сосиску. И присыпаем все это тертым сыром. Заворачиваем в лаваш. И затем на сковородочке немножко мы его обжариваем. И обжариваем с двух сторон. Обжаривается наш лаваш. С двух сторон. Наш хот-дог готов. Всем приятного аппетита!